Всем привет, ребята! И вы на канале Kids Gamma Show TV. И мы сейчас поиграем с вами в игру Джима и Мэри. Переходим с вами на первый уровень. Так, Джим и Мэри очень любят друг друга, но их родители против, поэтому нам нужно организовать свидание нашему Джиму и нашей малышке Мэри. Собираем сердечки. Все, пришли на лавочку. Давай, Джим, теперь твоя очередь. Все, влюбленные встретились. Первое свидание мы им организовали. Играем дальше. Так, и у нас уже второй уровень. И тут, если я не ошибаюсь, уже мама Мэри. Главное Джиму не попасться, а то мама может ему скалкой навешать. Мэри уже заскучала. Не скучай, Мэри. Сейчас мы соберем все сердечки и придем к тебе. Ой, мама ругается. Давай-ка, Мэри, скорее приходи к нам. Ой, как Мэри умеет. Значит, это сердечко наше Мэри. Все. Давай-ка, Джим. Все, у нас второе свидание. Интересно, что же будет дальше? Поиграем? Вот это уровень. И как же нам пробраться? Давай-ка, Мэри, помогай-ка нам. Так, Джим. Перепрыгивай давай. Все, молодец. И сердечко уже второе наше. Ой, Мэри, не скучай, не скучай. Сейчас мы к тебе придем. Надо же нам для возлюбленной собрать все сердечки. История Джима и Мэри чем-то похожа на историю Ромео и Джульетты. Ребята, кто знает эту историю, напишите в комментариях. Все, Мэри уже пришла, а Джим чуть-чуть задержался. Играем дальше. Так, а тут уже папа нашей Мэри. Ой, он уже тут с вилами. Так, давай-ка осторожненько, Джим. Так, Мэри взяла сердечко. Эх, мама ругается. Запрещает ходить гулять с мальчиками. Особенно с Джимом. Так, Джим что-то записывает, наверное, стихи сочиняет для Мэри. Ну давай, Джим, теперь твоя очередь. Скорей. А то папа. Все ворчат, ругаются. Уже заскучали, что ли? Давай, Джим. Ну как же нам запрыгнуть-то? Вот незадача. Наверное, нужно папу перепрыгнуть и успеть быстрее. Все, теперь можно и запрыгивать. Папа не заметил нас. Так, как высоко сердечко. Попробуем его забрать. Все, взяли. Привет, моя любимая Мэри. Играем дальше. Так, нам нужна помощь нашей Мэри. Без нее нам не справиться. Уехала наша тележка, или как ее правильно назвать, лифт. Запрыгнули. Давай-ка, Мэри, помогай. Так, давай-ка, Джим, аккуратно, чтобы не упасть. Все, сердечко взяли. Спускаемся вниз. Так, Мэри, открой нам дорогу. Мы нажмем на кнопочку и откроем тебе дорогу. Все, спускайся, Джим. Все, Мэри, иди к нам. Мы тебя ждем. Но сейчас возьмем еще сердечко. Все. Вот она, наша лавочка. Давай, Мэри, скорей.
Миссия пройдена, влюбленные снова встретились. Играем дальше. Так, ребятки, у вас тут непростой уровень, но для любви преграды нет. Сейчас собираем сердечки и будем разбираться, как нам тут выходить. Ой, бедная наша малышка Мэри. Она у нас как принцесса в башне. Но будем стараться к ней добраться. Так, вот у нас подъемник. Давай-ка, Мэри, скорей. Хорошо, что нет тут родственников Мэри. Нам еще в игре, как обещали, должен встретиться брат Мэри. Давайте поиграем и посмотрим, что там у нее за братик. Давай-ка, Мэри, спускайся. Так, давай, Мэри, сердечко, молодец. Следующее, Джим, сердечко твое. Все, Мэри, я спешу к тебе. Еще одно свидание организовано. Играем дальше. И у нас тут папа нашей Мэри. Ой-ой-ой, главное не напороться тут у нас на вилле. Мэри наша так тяжело вздыхает. Скучает по нам, но не скучай, Мэри. Еще чуть-чуть, и мы к себе вернемся. Толкаем этот ящик. Все, упал наш ящик. Так, теперь нам нужно его скинуть. Так, не скучай, Мэри. И теперь твоя работа. Помогай нам с организованием свидания. Все, ящик упал. Сейчас папа дотолкает ящик. Наверное, вместе с Джимом будет толкать. Ура, даже Джиму мы не помеха. Убираем сердечко. Давай, Мэри, скорей. Ой, Мэри, так тяжело вздыхает. Но сейчас мы к тебе сами придем. Сейчас только папу твоего перепрыгнем, чтобы он нас вилами-то не заколол. Убегаем, убегаем, он бежит за нами. Скорей, скорей. Все, любимая, осталось чуть-чуть. Тут у нас укромное место для наших романтических свиданий. Играем дальше. Наша Мэри словно Рапунцель в башне. Ой, молодец, Мэри, у тебя получилось перепрыгнуть. Поднимаемся. Давай опускаемся, Мэри. Что это у нас за рычаг? Ага, это помощь для нашего Джима. Как раз то, что нужно нашему Джиму. Давай-ка, Джим. Молодец! Еще прыжок. И что там у нас за рычаг? Что он нам даст? Так, давай-ка, Мэри. Ой, девочка такая сильная. Так легко бревно толкает. Давай-давай, Мэри. Чуть-чуть. Ну что такое? Все, молодец. Так, наша Мэри идет за сердечко. А теперь твоя очередь, Джим. Спускайся. Осторожно. Все, молодец. Так, и у нас тут и мама Мэри, и папа. Папа нам помогает. Давай-ка, Джим, скорей. Все-таки, может быть, папа не против нашей любви с Мэри. Так. А вверху над мамой тоже есть рычаг. Ого, мама заругалась. Давай-ка, Мэри. Так, наша прекрасная Мэри сможет туда прыгнуть до рычага? Ну-ка попробуй. Джим сочиняет пока стихи. Все, Мэри допрыгнула. Так, осторожно, Мэри. Сейчас я тебе помогу. Едет наш лифт. Давай-ка, Мэри, скорей. Все, Джим сочиняет стихи. Какой у нас романтичный Джим. Так, Мэри, давай встретимся с собой возле фонтана. Ой, мама как ругается, ворчит.
Все, Мэри, я иду к тебе. Для нашей любви нет преград. И мы уже на 10 уровне. И у нас тут уже братик нашей Мэри. Ого, какой он страшный. Как писали, он очень любит играть с битами. Но он тут у нас тоже с битой. Главное ему не попасться. Он еще и песню напевает. Ой, боюсь, боюсь. Мэри наша так тяжело вздыхает. Все, давай-ка. Эх, нет, это не кнопочка Мэри. Нужно нам забраться с другой стороны. Давай-ка, Мэри. Ну, братец, уходи, ну что ты хоть стал-то? Вот вредный брат. Напевает песню, а уходить не хочет. Все, двигаем брата. Так, главное сейчас бы нам брата не скинуть к нашему Джиму. А то ой, как нехорошо получится. Так, брат сопротивляется, идти не хочет. Так, Джим поднимается за последним сердечком. Ай, нет, не за последним сердечком. Последнее сердечко спрятал брат. Но он не хочет идти. Вот вредный братец-то. Сразу видно, разбойник еще тот. Так, Мэри. Все, все сердечки взяли, и у нас организовано свидание. У нас 3 сердечка. Ребята, ну а на этом с вами пока прощаемся. Ставьте лайки, пишите комментарии, вам понравилась эта игра или нет. А также не забывайте подписываться на мой канал Ясгавна Шоу ТВ. Выбирайте, что будете смотреть дальше. Также предлагаю вам посмотреть видео в описании. Не забывайте жмать на белый кружок с Микки Маусами на подписку. Всем пока, до новых встреч и новых приключений.